Всем здравствуйте! Все, кто скидывает, фиксирует вес, и все, кто живут в стройной жизни, знают, что активность очень и очень важна. Вот и я, 5 остановок метро, иду пешочком. Это полезно, это свежий воздух, это настроение, это супер! Что касается веса, вес у меня держится. Я каждое утро становлюсь на весы, контролирую свой вес и стараюсь питаться по метаболическому принципу, по метаболической тарелочке. Белки, углеводы, клетчатка. Каждые 3-4 часа. Что касается клетчатки, ее очень много. Она очень и очень вкусная и полезная. Кабачки. Я очень люблю кабачки. Сырые кабачки. Но иногда я их слегка мариную. Следующий рецепт для вас. Всем хорошего дня! Сегодня у меня кабачки, сырые кабачки. Очень люблю сырые кабачки. Ну, очень мне вкусно. Но сегодня их слегка промариную. Кабачки режу на небольшие брусочки, удобные. Так, готово. В емкость отправляю листья и стебли сельдерея, предварительно ошпаренные кипяточком. Они так отдают свой запах и вкус. И в эту же емкость отправляю кабачки. Также можно готовить помидоры и огурцы. Соевый соус, ложечка чайной горчицы, чайная ложечка меда, чайная ложечка сухого чеснока, ложка копченой паприки и немножечко красного острого перца. Любые любимые специи. Все. И этим соусом поливаю кабачки. Слегка овощи перемешаю. Еще сверху сельдерейчик накрываю крышечкой емкость и отправляю в холодное место на ночь. Замечательно. Утро. Посмотрим, что получилось. Сельдерей убираю. Вот, кабачки дали сок. Великолепная клетчатка. Приятного всем аппетита!